Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение! Предлагаю вам тему прошлого года, но она очень свежа, потому что многое мы не поняли, поэтому мы как бы догоняем. Готовность к открытию звездных врат 12.12. Когда этот мощный энергетический портал откроется, тело света получит мощное ускорение. Во время портала 12.12 на планету будут поступать энергии сверхвысокого вибрационного вознесения, воздействующие на тела света 4,5 миллиардов звездных семян, стационарно обитающих на Земле. Портал 12.12 – это энергетический шлюз, через который в планетарное сознание были введены интенсивные волны энергии высшей вибрации, чтобы дополнительно помочь общему пробуждению жителей Земли. 12.12 – это портал кода, который, когда мы вступаем в резонанс с ним, активирует наше поле Меркаба. Когда это происходит, мы находимся в согласии и выравнивание с соединением человеческого сердца с сознанием единства. Меркаба – это наше духовное тело света и энергетическое поле, которое окружает нас, когда мы настроены на высшее сознание. Это энергетическое поле образует форму звездного тетраэдра, и известно, что это образование энергии позволяет нашему телу света прокладывать путь в высшие измерения. Когда вокруг человека наблюдается вращающееся силовое поле Меркаба, у него активируется способность путешествовать по разным измерениям. Именно поэтому форму Меркабы называют колесницей или разновидностью транспорта для нашего тела света. 12.12 – это код, который активирует спящие нити ДНК. Если мы продолжаем получать все более и более интенсивные входящие энергии, этот момент с декабря начинает приближать нас к большему открытию порталов, большим событиям и выравниваниям, ведущим к энергетической вершине, которая произойдет в 2021 году. Сейчас мы вошли в сжатие времени. Мы пребываем в вечность. В этой энергии возможно все. И только высший результат может и будет раскрыт. Высокочастотная волна света, которая пройдет через врата 12.12, будет невероятным всплеском белой магнетической плазмы, которая воздействует на земные и аурические поля звездных семян глубокими новыми способами. Ожидается, что конфигурация этой новой 5D-энергии обеспечит значительный импульс ДНК для световых тел звездных семян и будет как нечто из того, что никогда ранее еще не испытывалось на Земле. Эта интенсивная входящая волна света 12.12 в первую очередь предназначена для активного строительства и интеграции наших новых кристаллических тел света. Ясность относительно того, кем мы намеревались быть в нашей новой реальности, является одним из главных ключей построении наших световых тел. Наши тела света знают, что все создается через мысль и связывают нас с тканью творения. По мере приближения к горизонту 5D событий 2021 года наши силы проявления значительно возрастут. На этом этапе мы будем близки к тому, чтобы привнести в мир почти все, что только можем себе вообразить, просто сосредоточившись на этом. Это наша сила Бога, Творца.